Всем здорово, ребят! Ну что, мы сегодня с вами поговорим о новых питомцах. Я постараюсь собрать вам всю инфу, рассказать по поводу прокачек, как качать, что делать, где падают итемы, какие-то нюансы. В общем, поехали. Начнем с самого первого. На Тайване запостили инфу. Я о ней делал отдельный видос, но уже сделаю после открытия. Вот так вот, есть у нас форум тайванский, и здесь есть информация о суперпитомцах. В общем, в чем суть питомца? Вы можете получить суперпета, если вы сидите, это мы сейчас пойдем все на практике. Старых питомцев, если у вас 35 левела, вы можете получить как сущность, так и нового питомца. Новые питомцы бывают типа обычные и мега крутые, то есть... Сейчас прочитаем. Потребление сущность домашних животных, домашнего животного достигает полный уровень. То есть, если у вас максимальный левел, вы можете их жрать. Вот так вот. По 5 можно получить 5 корма, 5 нового питомца. Низкая вероятность мутации. То есть, есть супер мутированные, но это мы сейчас дальше дойдем в процессе эволюции. Вот следующая картинка у нас внизу. В процессе эволюции, если к материалу добавляется указанный кристалл суперпитомца, будет создан назначенный суперпитомец, и вероятность изменения назначенного суперпитомца будет значительно увеличена. То есть, если мы добавляем вот эти вот кристаллы, у нас получаются мутированные. Суперпитомцы делятся на обычных и мутировавших суперпитомцев, то есть есть мутанты. Если вы присмотритесь, вот первая картинка, здесь у нас идет питомец на золотом таком шарике с крылышками. И вот вторая картинка, он уже улучшенный, то есть перья появились фиолетовые, то есть это мутировавший. Вот так вот они будут выглядеть в алтаре, это в принципе уже показывал, сейчас тоже покажу. Они имеют атрибуты, разница у обычного 3, у супер 4 слота атрибутов. Как видите, то есть они улучшаются, улучшение нормально бабла стоит, я вам скажу так. Ну и, конечно же, пэты очень классные. Они дают 20% герою, то есть бонус 20% герою. Также их можно прокачивать, то есть разные вариации есть, как видите, повышение квалификации книгами. В общем, вот так вот. То есть это такая основная инфа, которая была. Поехали. Будем сейчас на практике все разгребать. В общем, у нас есть вот уже первый питомец, мы его получили. Вот так вот он выглядит. Сейчас я вам скажу, какие у него умения. Так. Один дружественный герой с самой низкой жизнью восстанавливает 120 здоровья от атаки. Вот так вот, и уменьшение урона, то есть он дает восстановление плюс D. Имеет кулдаун, как видите. 7 секунд, 5 секунд работает. Так. То есть вот так вот. Что он еще там дает, я там мы скоро узнаем. Поехали дальше. То есть так вот он выглядит. Больше у меня никого нет. Поехали я. Питомник. Вот, наш питомник поменялся. Как видите, добавилось две новых ячейки. Если зайдем сюда, то есть тут добавилось, поменялось вот так. Вот также у нас поменялись квесты. Квесты, ну, к квестам мы дойдем. Тут есть квесты с питомцами тоже связаны. Это квест связан с снарягой. Такс. Поехали обратно в питомник. Будем о питомниках рассказывать. О питомниках, о пэтах. Здесь, как видите, ничего не добавилось. То есть все максимальное пока у нас как было, так и есть. Осталось 26 левел. Теперь поехали из питомца. Видите, здесь обычные наши. То есть здесь новых питомцев нет. Их добавили в следующую ячейку, вот в эту. Что у нас есть здесь, как видите, обычный и мутировавший. Обычный и улучшенный. Почему-то они так сделали, не знаю, с чем это связано. Но, честно говоря, мне это не нравится. Не знаю, как вам, но вот эта вот хрень, куча всего.
Мне не нравится. Мне вообще эта обнова по сути не нравится, потому что героя не выбил, шучу. В общем, по прокачкам. Вот посмотрите, сколько стоят прокачки. 200 за смену 3, дальше идет у нас 400, дальше 850, а дальше, наверное, 1200, скорее всего, где-то так. Ну, свыше штуки однозначно, 1200-1500. Это если будет улучшенный питомец. Этого у меня всего лишь 3. Как видите, он дает вот 20% от атрибута. Вот у меня там есть атрибуты, от них идут вот 3 атрибута. У меня 3 эти улучшения идут герою. Сказать, что это дофига? Нет. Сказать, что это круто, тоже нет. Как по мне, это хрень. Ну, это пока что. Посмотрим дальше, прокачаем. Может, они там мега-мега-мега будут. Я не знаю, какие там прокачки. Вот это волчонок и еще вот так вот. Все, они вот так вот. Здесь его скилл. Это у нас нету эволюции. У нас он не улучшенный еще. Когда улучшим, тогда мы узнаем. Так. Следующая вкладочка у нас это вот это. Как видите, у меня есть бутыльки, я уже показывал, их дали, там 10 дали изначально, и вот дали 30 штук для дальнейшей прокачки. Что мы имеем? Мы имеем здесь какие-то улучшения, здесь можно поставить либо вот так, либо поставить, я уже показывал, за питомцев. То есть можно делать улучшения за счет питомцев по 100, допустим, вот у меня Рудольфов, да, там 9000. То есть можно такой вариант выбрать. Требуется всегда 10 вот этих эликсиров. Где их получить? Варианты по получению это, я не помню, там пустошь хаоса или как оно называется. Короче, локация, где у нас лава и паха, по-моему, если я не ошибаюсь. Я просто эти локации не бегаю давным-давно. Здесь на каждой дается возможность получить по 2 бутылька. То есть, что здесь 2, что здесь 2. То же самое здесь. Еще варианты ребята писали. Некоторые ребята в КБшке получили. Попробуем с вами сбегать. Какого она ставила? Мы когда-то вроде бегали. То есть есть возможность здесь получить. Сейчас попробуем с вами словить их. То есть эти эликсиры будут одной из основных для улучшения. То есть надо будет очень много опять фармить локации, не пропускать их, конечно же. Испытывать удачу вот так вот. Так, не далее. Кто-то. Давно я уже, кстати, в кабашку не бегал. А, ну, в принципе, с этими ресурсами, которые есть у меня. Вот, получили мы один эликсир, то есть, как видите, их можно все-таки отсюда добывать. Смотрим, или часто они падают, или нет. Вот, даже вторые отсюда падают, видите, то есть, либо эликсир, либо вот эти итемы, они падают с КБшки. То есть, у нас сделали привязку к КБшке тоже, надо будет фармить КБ. Ну, я не знаю, посмотрим. Это, конечно, трэш полный. У меня на английском сервере она вообще не прокачанная. Сейчас посмотрю, конечно, какие шансы. Жесть. Так, эй. Я переусердствовал. Вот еще одна выпала. Все-таки падают довольно-таки неплохо. И придется фармить КБшку, фармить юнит КБшки. Ну, это дополнительно минут 30-40 из вашей жизни. Это как минимум. Вот так вот. Не так все хорошо, но не так все плохо. И я не знаю, это мне придется опять на английском фармить. Какая лень, честно говоря. Я думаю, у вас лень. Давайте. Что не сделаешь ради суперпэта. Ну, посмотрим вообще. Давайте уже дофармим, посмотрим. Две бутылочки у нас, по крайней мере, выпало. На ну, эту. Одно это действие. Вот, опять выпали. Видите, все-таки шанс есть, и довольно-таки неплохо их отсюда собирать. То есть с КПшки довольно-таки хорошо они падают. Окей.
Так, давайте добьем. Угадываем, что тут у нас получится. Давно я, кстати, можно сейчас кристаллов до хрена можно это делать. Так, давайте еще этих. Просто хочу посмотреть, 100% знать, что откуда падает. У кого есть карты, могут здесь дополнительно фармить. Алис, я уже давно в кабашке не сидел, честно говоря, для меня это дичь. Ладно, в общем, с этим разобрались, вы поняли, что здесь можно делать. Поехали дальше. Дальше у нас обратно же возвращаемся сюда. Вот, то есть вариант есть либо такой, вот мы 6 нафармили, можно дофармить, либо по 100 питомцев. Не знаю, какой вариант лучше. Видите, еще можно добавить кристалл для мутации. Это те кристаллы, которые выпадают в тех локациях, о которых я говорил. А, то есть у нас они должны падать отсюда. С моря и с разлома. Я их так не вижу в наградах, но думаю, они здесь есть. В общем, вот так вот. А, так, хорошо, дальше. Дальше. Поехали. Попробуем улучшать. Делаем. Получаем 5. Мы получили для прокачки. Отлично. Пробуем еще разок. 5 печенек. И... вуаля, ребятушки, новый питомец у нас уже есть. Ставьте лайки, я его получил. Вот так вот. Все, что надо, думаю, вам в этом видосе будет понятно. То есть, вот новый наш пэт, он обычный, не мутировавший. Вот так вот можно его улучшить за печеньки. Прибавка к статам, кстати, неплохая, вам скажу. Нормально так прибавляет. Так, отлично. Все даже улучшить. Ничего себе. Вот так вот. Вот у нас новый питомец. Ронина, посмотрим, как выглядит. Вот накидывает бафы. Вот так вот, летающий. Ну, надо его качать и качать, я так понял. Нормально надо будет его качать. До этого мы потом тоже дойдем. А, вот, что у нас еще интересного есть? Я не знаю, до какого левела. Наверное, до 35-го их надо качать, скорее всего. Бежим сюда. Видите, у нас уже нету. Делать мутацию мы тоже не можем. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Я, в принципе, вам все, что мог, показал. Ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.